Мы пытаемся вас поздравить куплетами. Да? Ждали человек 500, не явились многие. Нам сейчас из всех искусств важнее геронтология. Хороший смысл. Ничего, да? Вова уж не юный очень, но душою молодой. Если сыпется песочек, только чисто золотой. Им одним товарищ Свердлов сыгран 20 раз. Вечно этот образ светлый будет в памяти у нас. А сами-то не скучайте по Свердлову. Скоро и Краско Ивану будет 95. Прячьте правнучек по гуле, Ваня вышел погулять. Года три прошло, и глядь, Ваня женится опять. Горе больше повезло, потому что бабы зло. Потерялась грация. Довела тебя, зараза, самоизоляция. Да. Так, многих я посмотрю. Видите, можно. Родила царица в ночь то ли сына, то ли дочь. Утвердила медицина безопасная вакцина. На душе приятно. Вновь идем своим путем, но теперь обратно. А его слышно вообще? Как проснется утром Бог, сразу Путину звонок. Дышит только ты, Володь, это я свою, Господь. А? Нету повести печальнее, чем распад СССР. Мы сегодня вместе с вами веселимся, мочи нет. Нет у вас проблем с деньгами, потому что денег нет. Инвалид по зрению. Ну, берет, конечно, взятки, так это ж на лечение. Русь, куда несешься снова с музыкой бравурною? Адрес есть, но это слово очень нецензурное. Исполняли бодрые куплеты, если перейти.
зимовали, проживем и лето. Если мы не зимовали, проживем и лето. Образец для нас, понимаете? Недостижимый. Да, не только потому, что рост практически одинаковый. И талант где-то близкий. Ну, в смысле, там... Ты на себя-то не наговариваешь. Нет, я про тебя более, только про тебя. Вот. Но вы как человек удивительный. Ничего вас не берет. Казалось бы, вы уже все сделали. Ничего. И поэтому мы пьем в вашем лице за нас самих, потому что нам очень хочется быть такими же, как вы, только долго жить. Живите и вы, живите. Будьте здоровы. Да. Спасибо. Да вам спасибо. И Алексею Матвееву спасибо. И Алексею Матвееву спасибо. Леша, я на нем подумал, что у нас еще есть. У нас еще две сады. Я просто удивляюсь, что у нас 30 лет, да, прошло с того юбилея, в итоге кино прошло 30 лет. Да. А как сейчас помню, тогда выходили пионеры Волковы на сцену. Помнишь, у нас были юные пионеры? Мы внучатые Ильича шлем. Конечно. Мы внучатые Ильича шлем салютом от плеча. Помните, они? Да, Олечка играла, это очень правильно. Олечка играла и дочка ее. И дочка ее Катя. И они тогда начинали следующим свое выступление, следующим текстом. Пионеры СНГ Голова и Босова с юбилеем поздравляют дедушку Татосова. Я думаю, уже СНГ нет. А темы все те же у куплетов, видишь? Идем не туда. И артисты все те же, да. Вот. И это прекрасно. Потому что сейчас еще один выйдет человек,